То есть дисковый фильтр дюймовый, азут производитель. Ну, если обычно у нас экран устанавливаем на промывку сброса осадка, да, то в этом случае у нас стоит привод. Привод цикличный. То есть мы управляем циклами. Таймер встроенный. Задается интервал времени между открытиями крана и длительность интервала непосредственной промывки. В данном случае у нас 2 минуты было установлено интервалы между промывками и цикл самой промывки 10 секунд. Вот сейчас у нас подходит 2 минуты к окончанию. Клапан должен открыться. Вот эта стрелка сигнализирует, показывает нам закрытое состояние. И по мере открытия она будет отображать движение крана самого шара. Открываем. И вот 10 секунд отсчет. Закрываем. Закрытое состояние. Все. У нас 4 килограмма в системе. Пошел отчет, 2 минуты у нас цикл. Это вот режим настроек у нас такой. То есть пошел отчет 56, 55. 2 минуты цикл у нас. Сейчас видите, стрелка поперек. Закрытое состояние. 4 атмосферы. Тест. И вот такое вот подкапывание у нас идет. Так, время проходит. Сейчас дождемся уже. Вот наши капли. Вот черточка, это значит закрыто. Вот видите. Сервопривод. Питание 24 вольта. Постоянка. Вот у нас. Блок питания подключен. Сейчас будет открытие у нас на промывку. По идее. Открытое состояние у нас 10 секунд мы задали. Все, закрываем. Закрыл. Все, вот цикл опять пошел. 2 минуты. Интервал времени, через 2 минуты он снова. Контроллер при этом нагнал давление, выключился.
ну, управляющий насосом. Так. Тут, конечно, у нас все в таком режиме по шурику, но тем не менее можно протестить и сделать для себя вывод. Вот наши трубопроводы, краны, вот задвижка, которую мы закрываем. Вот насос, контроллер, виброшланами соединен. Прошла минута, вторая минута остается на сброс. Клапан должен открыться. Вот стрелка показывает нам открытое состояние. Сейчас дождемся цикла опять повторно. Вот капля наша. То есть недостатки есть, но в целом работа корректная. Вот наш клапан Азут. Вернее, дисковый фильтр. Это его промывка. Дюймовый размер. Есть дюйм с четвертью, полтора и два дюйма. С автопромывкой. Вот сейчас у нас открытие будет. По стрелке мы увидим. Привод открылся пламенько. Проходит 10 секунд. Дисковый фильтр промывается, весь осадок. Идет закрытие. Все. И опять пошел отчет циклу. Мы можем задавать 66 часов цикл автопромывки. Ну, интервал можно задавать там минута, 10 секунд, 5 секунд, 2 секунды с непосредственно промывки.